Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка, очередная посылка с сайта AliExpress. Здесь мощная бесщеточная аккумуляторная дрель Wasai. Давайте откроем и проверим ее. Посылка шла 3 недели из Китая, но с доставкой до двери. Мне кажется, это самый лучший инструмент на сайте AliExpress, китайский инструмент Wasai. Вот такая фирменная коробка. Взял самую дорогую комплектацию. Здесь у нас имеются различные насадочки. Сумка для переноски. Большая вместительная сумка. Дрель должна войти. В самую дорогую комплектацию входит вот такие вот два аккумулятора на 4 мА в час. Стоит самая дорогая комплектация 10 тысяч. Да. А самая дешевая комплектация стоит 3400, по-моему. Вот там одна батарея и на 2 мА в час. Вот увесистая дрель. Сейчас попробуем, работает или нет. Работает. Так. Скорости меняются. Так, это вторая скорость. Это первая скорость. Так, крутящий момент у нее 115 ньютон на метр. Так что многие берут такую дрель для зимней рыбалки. Бурят лунки. И говорят, вообще супер. Бурят метровый лед. По 40 лунок бурят на одном аккумуляторе на полной зарядке. Бурят, не знаю, ну получится или нет, землю под небольшие столбы. Так, здесь имеется у нас ручка, потому что хрен удержишь эту дрель без ручки. Если что-то заклинит, горит фонарик при работе. Вот здесь переключаются натяжения при заворачивании шурупов, болтов. Здесь переключаем с шуруповерта на сверление и долбежка. Дрель ударная, можно долбить, сверлить бетон. Сейчас мы все это проверим. Вот еще для сравнения шурик VS3020. Блин, ну, конечно, различается. Этот намного тяжелее. Ну и помассивнее. Но этот шурик работает тоже отлично. Прослужил мне больше года верой и правдой. Брал еще одну ударную дрель. Шуруповерт. Сейчас она у сына в гараже. Надеюсь, что эта дрель тоже будет работать. Отлично. Ну, этот работает тоже. Горе не знаешь. Сверлит, крутит шурупы. Но это для более тяжелых работ, так сказать. Сейчас попробуем, как будет сверлить этот брус 15 на 15. Краешек возьму. Так, патрон здесь зажимает до 13, сверло до 13 миллиметров. Так, сейчас возьму вот такое сверло по дереву. Два одинаковых у меня, ладно, самое большое беру. Ставлю на сверление. Переключаю вот здесь вот. И попробую с краешку просверлить. Правда, наполовину, потому что придется потреблять все это в дело. Переключаю, поставлю на вторую скорость. Вот. Горит. Горит, но сверлит отлично. Так, сейчас попробуем, как коронка будет брать. Но коронка тоже старая. О! Отлично. Работы по дереву можно выполнять смело.
и удержать тяжело. Без ручки было бы совершенно неудобно. Да, ручка хорошо помогает. Отлично. С этим делом тоже отлично справляюсь. Так, сейчас посмотрим, как справиться с таким вот саморезом. Большим. Ставлю эту насадочку. Переключаю на завертывание. Ну, сейчас посмотрим, как будет срабатывать проворачивание. Ставлю на 8. Опять же в краешек. Так, сработало натяжение. Поставим побольше. На 20-ку, на полную. И на ура заворачивает. Простой бы Шурик не справился. Так что заворачивает на ура. Мощь. Даже вдавливает. Давайте сейчас попробуем просверлить вот этот толстый металлический уголок. Толщина у него где-то 6 миллиметров. Толстый уголок. Но правда это еще зависит не от дрели, а зависит от сверла. Так, снова переключаю на сверление. Вот здесь. Поехали. Сверлим. Металл толстый. Но если скорость поставить больше, то он гореть будет. Просверлил. Как видите, насквозь. Рекомендую, дрель отличная. Мощная, новые технологии, бесщеточный двигатель, мощный аккумулятор, 20 вольт, 4 миллиампер в час. Так, попробуем сейчас, как будет долбить. Хотя для меня это не главное, хотя у него в магазине есть и аккумуляторные перфораторы мощные, но для домашних нужд как бы пригодится. Пригодится, я имею в виду, эта функция. Ставлю сверло с победителем наконечником. Зажимаю его. Перевожу долбежку. Ну, пока начинать можно и без долбежки. Вот таким вот образом. Вот, взял кусок бетонной плитки. Вот сейчас попробую, как получится. Ну, сразу долбежку поставил. Отлично. Ну-ка, без долбежки. Просто на сверление. Хуже. С долбежкой лучше. Так, сейчас. Вот. Вот. Ой, аж это. Расколол. Да, надо аккуратненько, осторожненько. Ну, это кусок маленький, поэтому так и получилось. Да. Конечно, не перфоратор, но сверлит отлично. Ну, сейчас попробую. Так. Ну, и бетонную дорожку на ура сверлит. Замажем. Отлично работает наша дрель. Все функции выполняет, на нее возложенные. Вот у меня болгарка, друзья. Тоже вещь обалденная. Работает. Аккумулятор всю зиму простоял.
И работает. Сейчас посмотрим, взаимозаменяемые они или нет. Ну, я думаю, да. Да, все то же самое. Да, все подходит. Все работает. Все отлично. Все взаимозаменяемое. И купил такую же Масай пилу. Цепную. Ну, как я уже сказал, самая минимальная комплектация, потому что аккумуляторы у меня запасные есть. 4 штуки уже таких. На 4 миллиампера сейчас. Вот такая дрель. Друзья, удобная эргономичная ручка, обрезиненная. Правда, вес такой не маленький, но зато мощь. Вот. Модель прописана. ВСМД-13. Крутящий момент 115 ньютон на метр. Максимальный размер сверла 13 миллиметров. Но не регулируется скорость. Плавная. Нет плавной регулировки. Только две скорости. 550 оборотов и 2100 оборотов в минуту. Первая скорость и вторая скорость. Я думаю, это не минус для этой дрели. Вот этой маленькой. Маленького васальчика. Плавная регулировка. Ну, это как раз завертывать шурупы. Ну и сверлить можно. А это уже, так сказать, для более серьезных работ. Дрель отличная. Мне понравилось. Всем не рекомендую. Если брать самые дешевые комплектации, как я сказал, будет стоить 3-400. За такую цену хрен где возьмешь. Подобную дрель. И качество отменное. Фабричный Китай. Качество на высоте. Ну что, друзья, вещь обалденная. Мощная, обалденная. Выполняет все работы, на нее возложенные. Сверлит металл, дерево, бетон. В строительстве и при ремонте пригодится. Но это тоже вещь неплохая, но это для более мелких, так сказать, работ. И как сказал, только один минус, то что нет плавной регулировки скорости. В принципе, она здесь и не нужна. Например, если посверлить брус насквозь. Сверлишь себя на постоянной скорости и сверлишь. Такой шурик не возьмет. А это без проблем. Так что для строительства вещь вот такая. Главное, есть ручка, чтобы удержать ее, потому что мощь здесь сильная. Без ручки просто не удержишь. Ну, как я уже сказал, ссылочка будет на эту дрель в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего доброго, до свидания.